при проверке дошкольных учреждений 62-го и 64-го детского сада, детского дома номер 9, лабораторно установлено несоответствие сливочного масла по жирно-кислотному составу. В исследуемых продуктах соотношение растительных жиров превышает нормируемые величины, что фактически указывает, что дети дают не масло, а фальсификат или спред. После проведенных мероприятий поставщик сменил производителя и в настоящее время поставляет продукцию вологодских производителей.